если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко, одиночество вовсе не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызучей боли, что вползает под кожу и ест корнями. А ты роешь могилу от слов «уволен» или «лучше остаться друзьями». Страшен выбор идти собирать бутылки или сразу идти на торговлю телом. Говоришь, нет квартиры в многоэтажке, платежи коммунальные, шеи душат. Когда-то хватало малины в чашке и оладушек бабушкины на ужин. Говоришь, что вокруг дураки и драмы, что в кошмарах пустые тупые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир в себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину?